Уникальное для нашего региона предприятие ТО «Микс Универсал» наращивает обороты. Завод по производству сухих строительных смесей запущен весной этого года и активно реализует продукцию по всей области. Каковы показатели фирмы на сегодняшний день, узнавали наши корреспонденты. Товарищество «Микс Универсал» выпускает 15 наименований продукции. Производят гипсовую штукатурку, клей, затирочные смеси, наливные полы и многое другое. Все необходимые материалы закупаются на отечественном рынке. Стоит сказать, что предприятие конкурентоспособное, так как товар пользуется большим спросом. Сырье все идет казахстанское. Песок мы покупаем, кварцевый песок. Здесь, в Казахстане, в Текелях мы берем мраморную муку. Цемент тоже бухтарминский или как читавский. И это все остальное, химия все равно европейская еще. По словам технолога, производительность в месяц составляет более 120 тонн. Отмечено, что с мая этого года фирма произвела 1100 тонн, реализовав при этом более 1000, исходя из потребностей клиентов. Качество у нас аналоги все, а валины все те, которые, ротбанд, те, которые вот именно потребность, аналогичны, только по цене намного дешевле. На 40% дешевле. В соседнем зале продолжается строительство завода по производству газоблоков. Стоимость проекта более 1 миллиарда тенге. Запустить его планируют уже в декабре этого года. Тамерлан Тлеубаев, Михаил Казначеев, служба новостей.